я была на работе, мне позвонила дочь старшая, и я прибежала, промчалась сразу и собрала их. И мы уже одеты и вышли. До сих пор трясет, очень страшно. И людей жалко, и детей жалко. В настоящее время организована поддержка для пострадавших граждан. Определяется ущерб. Сегодня будут определены меры финансовой поддержки всем пострадавшим. Также будут установлены обстоятельства, возможно ли для проживания соседние подъезды этого дома. После чего будет принято решение о возможности обратного заселения квартиры пострадавших. До этого момента все пострадавшие будут обеспечены временным проживанием и горячим питанием. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.